Ну что, София, тебе понравился праздник? Да. Ты такое смешное, ты что была? Ведьмой? Да. Ничего себе, ну ты крутая. С носом смотри, как я вообще была. Соня! София прекрасная. В поддержку развития моего канала подписывайтесь на мой канал и поддержите мои видео лайками. Вам не сложно, а мне приятно. Всем большое спасибо. Ананас. Б. Билка. В. Черешня. Ой, как же скучно учиться. Ну ладно, буду учиться, а то не буду умной. Первую мне сказали вот эту, а эту вот сюда. Страница 51. Так, где она? О, я это не сделала тогда, я это допишу. Так. Карандаш поломался, нужно поточить. Точилочка. Сейчас мы поточим тебя, карандашик. Так, поточим. Вставляю. Вот, наточился. Сейчас буду писать. Так, карандашик. Заходите, кто пришел? Привет, София! Привет! А кто ты? Привет, София! Ты что, меня не узнала? Нет! Ой, я же в новой шляпе! Ну да, ты в новой, я тебя не узнала! Ой! Вот так нарядилась, графиня! Ты что, не знаешь, что Хэллоуин наступил? Вот я себе шляпу купила! О-о. А ты что, уроки делаешь? Да, уроки делаю! Ха, это скучно! Пойдем со мной на Хэллоуин! Что мне одеть? Я в шоколаде, а ты в настоящем костюме. Что мне одеть? Чепуха! У меня есть волшебная шляпа. А где она? Хочешь, тебе дам, и ты сразу превратишься. Хорошо. Спасибо! Ну что, пойдем? Нет, наверное, я не пойду. Мне нужно сделать уроки. А хочешь, я тебе помогу их сделать? А чем? Ты что не будешь доделывать, моя? Нет, у меня есть волшебный карандаш, который сделает за тебя все уроки. Ого! Закрывай глаза. Открывай. Ух ты, точно похож на мой карандаш. Он с бриллиантиком и стиралкой. Вот тут бриллиантик, а тут стиралка. Поэтому он не волшебный. Он сделает все твои уроки. Ну хорошо, давай попробуем. Давай, доставай карандаш. Ну, и как он работает? Нужно сказать заклинание и положить карандашик в тетрадку и закрыть. А какое нужно же сказать? Я сейчас тебе на ухо скажу, чтобы никто не слышал. Ага, понятно. И положи в книжку и закрой. И через некоторое время желание твое и твое задание исполнится. А теперь я тебе подарю волшебную шапку, и она перенесет нас на праздник. Вау, а где эта волшебная шляпа? Вот она. Я здесь, я здесь. Ай, как отлично. Привет, София. Хочешь попасть на волшебный праздник Хэллоуин? Как только ты меня оденешь, ты переместишься в волшебную страну Хэллоуина и будешь в красивом наряде. Давай поторопимся, а то праздник начнется без нас. Давай.
какая ты красивая, я тебя хотел очень одеть. Одевай скорее. Меня забыла, забери. А, куда я попала? Я веточка. Вы видели, сколько здесь интересного? Ну что, София, тебе нравится твой костюм? Да, и мне же... Ты такая смешная. Ледик такой мне обоюд. Пошли дальше? Пошли. Настя, и ты здесь? Да. А как ты тут взялась? Кидайте до Марии. Cows in the pasture, moo, moo, moo. Cows in the pasture, moo, moo, moo. Cows in the pasture, moo, moo, moo. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo. Loo, loo, skip to my loo. Loo, loo, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. Little red wagon painted blue. Little red wagon painted blue. Little red wagon painted blue. Skip to my loo, my darling. Ребята, правда тут интересно? Ой, реквизит остался. О, сарик вот такой у меня. Я взяла вот с тыковкой. Красивенько. Вот один зубик. Вот это росик, она улыбается. Носик, глазки, хвостик. Она самокруг. И с другой такой же стороны все. Ну что, София, тебе понравился праздник? Да. Ты такая смешная, ты что была? Ведьмой? Ничего себе, ну нет. Ты крутая. С носом, смотри, как я вообще была. Ничего себе, у тебя нос. И с такой маской. У нас, как у настоящей бабы-ёжки. Вот такая все масочка с паутиной, такая была с глазками, чтобы видеть, с паучками два. Ложки. Классная сумочка, мне в ней понравилось, тепло. Давай тебя туда засунем. Давай. Я тут сегодня спать буду. Спи, спи, я тебя разрешаю. А я боюсь. Ой, ты такая страшная. А я боюсь. Ребята, вам понравился праздник Хэллоуин? А мне понравился, он такой чудесный был. И мне шляпа это понравилось. Она мне... Он такой волшебный. О, посмотри, что сделал этот карандаш. О, он этот уроки эти сделал. А,
Спасибо, карандаш. Всегда буду тебя использовать. Положу тебя на место. Так вот, так вот. И закрываем. Все. Графиня спит, и я буду спать. Устал. Сняла я нос и пошла тоже спать. Как графиня. Пока-пока, ребята. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустили ни одно из наших видео. Пока-пока. Пока-пока.